Мы продолжаем знакомство с участниками конференции X5 «Диалог». Прямо здесь Иван Федяков – это партнер, не просто информационный, стратегический партнер конференции. Я хочу у вас узнать, пожалуйста, расскажите, в чем заключается, собственно, партнерство и чего вы ждете от сегодняшнего дня? Несколько лет назад мы вместе с X5 Retail Group начали проводить подобные мероприятия. Дело в том, что в отрасли становится все больше и больше непростых вопросов, которые необходимо обсуждать, которые необходимо выносить на повестку для того, чтобы находить оптимальное решение. Эти вопросы уже не только в плоскости деятельности самой компании X5 Retail Group, но и, соответственно, их партнеров, в первую очередь, конечно же, поставщиков. И вот для того, чтобы был такой открытый, честный и откровенный диалог, мы как раз проводим эту конференцию. И, в частности, я сегодня буду модерировать круглый стол, посвященный продвижению продуктов питания, товаров народного потребления на нашем российском рынке. Расскажите, в чем особенность этой сессии? Приоткройте занавесу тайны, что там будет происходить? Хорошо. Смотрите, сейчас возникает такая достаточно интересная ситуация на рынке. К сожалению, из-за нерастущих доходов населения, оборот продуктов питания стагнирует. По итогам последних 7 месяцев 2021 года прирост составляет всего 1,9%. При этом, проводя опрос поставщиков, мы выяснили, что почти 3/4 поставщиков закладывают планы роста объемов продаж. Более того, почти 1/4 закладывают рост более 10% и выше. И возникает такая интересная коллизия. То есть рынок не растет, но при этом все участники рынка закладывают планы роста. Это говорит о том, что на нашем рынке возникает достаточно жесткая конкуренция между участниками, которые уже нарастили свои мощности, которые уже нарастили свои силы для того, чтобы обеспечивать население там, необходимой продукцией, и они вступают в такую достаточно жесткую конкурентную борьбу. И в рамках этой конкурентной борьбы необходимо применять максимально эффективные современные инструменты продвижения своей продукции, продаж, которые неотъемлемо связаны с взаимодействием с торговыми сетями. Эти инструменты становятся все более и более сложными, но, в свою очередь, и более и более эффективными. Мы как раз сегодня, в течение нашей сессии, будем подробно обсуждать тот арсенал возможностей, которые предоставляет X5 Retail Group своим партнерам, своим поставщикам, для того, чтобы более эффективно, более успешно продавать свою продукцию и победить в этой очень непростой борьбе. Ну и как, по-вашему, в современной ситуации все-таки возможно прийти к росту? Или пока еще... Нет, конечно, эффективные компании растут. И мы видим, что X5 Retail Group растет. Надо понимать, что этот рост выше рынка. Да, это как раз это означает то, что побеждает сильнейший. Как в любой эволюционной борьбе победит сильнейший. Это абсолютно нормально, это абсолютно естественно. И для того, чтобы оставаться на стороне сильнейших, необходимо пользоваться информацией, необходимо использовать современные инструменты, необходимо их эффективно применять. Это действительно сегодня становится весьма и весьма актуально. И те, кто это игнорирует, те, кто думает, что можно работать по старинке, к сожалению, как те самые динозавры, покинут рынок. А за счет их места лидеры продолжат свой рост.